поедешь туда-то, туда-то, потому что я так хочу, правильно? Нет. А так, как? Нет, почему я так подожди. Есть? Как? Нет. Как это подожди? Не было. Во-первых, я сказал, что у меня есть подозрение, что товаротранспортное выписано. Вы сами, эффективно. Вы признались нам, на камеру. Вы на камеру, сказали, да, действительно, я выписал для УТБ накладную. Я не знаю, сколько там загружено под норму, я не знаю, сколько там загружено. Его слова. Вопросов нет. Дальше, дальше. Это в суде доказывается. Предложил поехать по пути следования и сделать взваживание. Дальше. По какому я наберу, потому что у меня сейчас... Нет, нет уже. У вас есть полномочия? У меня есть полномочия попросить для проехать автомобиль. А если человек да не хочет? Да нет у вас таких вот. Полномочий. Не да, хочет, ну нет, нет, ну Саша. Есть полномочия, есть полномочия. Попросить есть. А он хочет, а человек не хочет. А человек не отказался для того, чтобы Саша, не ехать, он открыл Саша, портал. А он имеет право отказаться ехать? А как это, тут напали какие-то Саша, активисты непонятные. Какие на вас напали? Ну видео есть. Да конечно напали, мы тут забираем. А мы же видим вас на ГВК, на Киевской, по 500 рублей сидят. Ну что по 500, а что так мало? Кто? А я откуда знаю? Значит, вы не доплачиваете. Ну, так вызовите полицию, скажите, что там платят 500 гривен. Так а вы же их поставили там рядышком. Кого я поставил? Вы же поставили кого людей. Я поставил? Вы посадили... Это всем известно, что это такое. Я могу тут сидеть? Что вы хотите? Я могу тут сидеть? А почему там совершенно разные люди? Подпишите, а что такое меморандум? Это не закон, это подзаконный. А я хочу подписать... Давайте, пожалуйста, везите зерно, мы перевожим вашу машину. Нет вопроса. Протоколы задержания автомобиля, мы едем на ГВК. Договорились? Все. В рамках законной процедуры. Алло.